Теперь обо всем поподробнее. Основа армейской службы и выработки дисциплины обучится в ближайшее время порядка 600 юношей-десятиклассников со всего Люберецкого округа. В школе номер 10 состоялось торжественное открытие учебно-полевых сборов. На празднике присутствовали представители администрации округа и ветераны. В школе номер 10 поселка Калинина состоялось традиционное открытие учебно-полевых сборов для десятиклассников. В течение недели 586 юношам предстоит освоить навыки военной службы. Это традиционное мероприятие, потому что учебно-полевые сборы включены в учебный план основ безопасности жизнедеятельности в раздел начальной военной подготовки. Открытие военно-полевых сборов прошло в торжественной обстановке. Творческие номера младших школьников и показательное выступление кадетов по единоборствам – лишь небольшая часть праздничной программы. Поздравили юных защитников Отечества представители администрации Люберецкого округа, а также председатель Совета ветеранов поселка Калинина Николай Волков. Просьба к вам. Будьте внимательны и старайтесь выполнять. Мне нравятся все те люди, ребята, которые дисциплинированы. Дисциплине и другим премудростям военного дела ребята будут учиться целую неделю на базе среднеобразовательных школ. Сборы проходят на базе каждой общеобразовательной организации. Приходят они к 8 утра и занимаются, как я сказала, в течение 8 часов. Конечно же, предусмотрено время для того, чтобы позавтракать, пообедать. И занятия есть аудиторного фонда, и есть занятия на стадионе по погодным условиям. В завершении учебной недели десятиклассники сдадут зачет. Успешная его сдача – условие перевода юноши в 11 класс. Отмечу, что препятствием для прохождения учебно-полевых сборов является неудовлетворительное состояние здоровья школьника. В этом случае молодой человек освоит лишь теоретические основы военной науки, а в сентябре его ждет экзамен. Александра Томей, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ. Всем привет! Я Мария Антонова, и вы смотрите телеканал ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на YouTube, ставьте лайки и будьте в курсе самых важных событий.